Ну а теперь об уже анонсированном интервью и премьере клипа «Спайса». Рэп-коллектив «Южный Центр» нашумел в 2000-х годах и являлся самой успешной могилевской рэп-группой. Прошло время, и теперь уже в одиночку Spice, он же Сергей Дроздов, представляет новый проект и новый клип. На утреннем канале эксклюзивное интервью о детях, футболе, будущем и настоящем в рубрике «Рядом с нами». Закончился съемочный день с Днепром. Насняли клип. Ждите скоро в эфире. Мы поменяем мир. Йоу! Я горжусь тем, что я родился в Могилеве. Это красивый, замечательный город. Здесь много красивых, положительных людей. Я здесь вырос. Здесь мои близкие, родители, друзья. А родился Богдан 21 сентября 2012 года. Это праздник, день рождения Пресвятой Богородицы. Вот говорят, знаешь, как бы веришь, не веришь в Бога. Я все-таки считаю, что сына дал Бог, и мы его назвали Богдан. Дочка Даная, ей 7-й год, пошла в школу, в 1-й класс. Очень музыкальный и замечательный ребенок. Ей нравится камера, нравится позировать. Она уже сняла с 2 моих клипов. Во втором клипе, кстати, она тоже есть, фигурирует там. Немножечко занимается прыжками на батуте, спортивная девочка. Я сам занимался футболом одно время, как бы пока не получил травму. Как-то не сложилось, да, до сих пор сейчас как бы поддерживаю форму, бегаю, играю. Болею за наш любимый Днепр и за Зенит. Днепру обязательно напишу гимн, нужно просто пообщаться, если честно, с коллективно, с ребятами. Понятно, что команда – это костяк, люди приходят, уходят. Ну, хочется с руководством пообщаться, с ребятами, понять, что они хотят, в каком стиле. Может быть, это будет какой-то такой перформанс, может быть, какой-то гимн, который я бы с удовольствием написал, чтобы там открывались матчи. Вот на нашем экране какой-то видеоклип снять, да, соответственно, это все-таки, так скажем, на эмоциональном уровне будет поддерживать ребят, это будет давать стимул и толчок игре. Ну, и зрителям тоже интересно будет посмотреть, почему нет. В клипе отражается несколько историй реальных людей, которые добились в жизни чего-то, да. И, как правило, мы такие разноплановые темы пытались взять, да, то есть это спорт, это творчество, это какая-то карьера. Детей мы брали из интернета. Мы в интернете, в соцсетях разместили объявление о том, что требуются дети для съемок. Был такой ажиотаж, что мы даже кастинг проводили. Ну, в принципе, практически все дети прошли. Были некоторые там либо по возрасту, либо по каким-то еще причинам они не прошли. Достаточно долго мы их мучили, так можно сказать, да. Но дети остались довольны, и мамы остались довольны, несмотря на то, что их в клипе показано несколько секунд. Ну, для этого и нужно было, так скажем, их мучить полдня, чтобы показать. То есть этот кадр, он, в принципе, эмоционально взрывает. Вокалистка могилевская, наша девочка талантливая, молодая девушка, самоучка, у нее нет музыкального образования, она, я бы ее назвал самородком. В рэпе я с 99-го года. Вот в 99-м году мы записали первый альбом, тогда на вот магнитофонах «Беларусь» и так далее. Вот это я пытался показать в клипе, показал. Все-таки вот на развитие свое, так скажем, да, кем я был. На том же школьнике, где парнишка читал, в этой же одежде я как бы и начинал. Мировоззрение изменилось. Мы же уже стали, как говорится, взрослые дядьки, у всех есть дети, а начинали сами детьми. Сейчас немножко другие закладываем мысли в тексты. И все-таки я считаю, что любая музыка должна быть, отдавать себе какой-то результат. В моем понимании рэп – это все-таки музыка, это состояние души, это все-таки поэзия современная. В принципе, это я пишу в своих песнях. Привет, Могилев! Привет, утренний канал! Все слушаем позитивную музыку и заряжаемся с утра отличным настроением. Это Spice. Смотрите мой новый клип «Мы поменяем мир». Йоу! Достижение и нелегкий труд. Три вещи разрушают всех нас изнутри.
внутри. Алкоголь, гордыня, злость выбирай ты. По какому пути идти, кому поклоняться, быть в нападении или защищаться. В свободном обществе заполнять эфир. Спасибо деду за победу. Всем мир! Накрывает позитивной волной. Что было вчера, не суть. Главное, что и сейчас. Меняем мир, либо он меняет нас. Ну где же ты, истина, как блестящая лысина? Смесь бесценного опыта и бесконечного смысла в жизни. Тебя постоянно все ищут, а тебе сочиняют истории. Снимают фильмы, пишут книги и делают смыслом герои. На море влюбленные создают еще одно новое сердце. Сидя в жару костра, мы никак не можем согреться. Стоя по пояс в воде, мы никак не можем напиться. Эмоции в сейфе, а ключ потерян где-то там, на небесной границе. На страницах глянцевых, на диванах кожаных, в дисплеях мы теряем, находим и ищем возможности. Выдумываем очередной комплимент, стирая лото, надеюсь, что именно мне повезет. И в этот момент, как белка в колесе, мысленный передоз. Пока загадку мира мы так и не разгадали, пророним капельку везения в море слез. И все великие поступки совершим на грани. No.